транзистор ERGP50B60PD, 600-вольтовый NPT IGBT со встроенным антипараллельным 25-амперным HexFET диодом. Транзистор входит в семейство VARP2 транзисторов, предназначенных для работы на частотах до 150 кГц в импульсных источниках питания с выходной мощностью от 1 до 12 кВт. Встроенный диод обеспечивает возможность работы с гораздо более высокими токами обратного восстановления. Типовыми приложениями для IGBT-транзисторов являются мощные корректоры коэффициента мощности, источники бесперебойного питания с мостовой схемой первичной цепи, промышленные импульсные источники питания и инверторные сварочные аппараты. Для реализации мощных ICDC-преобразователей с высокой плотностью энергии, применяемых в серверах и источниках питания телекоммуникационного оборудования, требуются высокоэффективные и надежные силовые ключевые приборы. VARP2 IGBT наиболее полно отвечает этим требованиям, благодаря низким потерям при выключении и очень короткому времени спада при выключении, так называемый хвост, что обеспечивает более высокую эффективность в сравнении с конкурентными приборами. Благодаря втрое меньшей толщине кристалла и более чем вдвое более высокой удельной плотности тока, VARP2 IGBT обеспечивает гораздо более высокий ток и лучшие тепловые характеристики при равной с мощными полевыми транзисторами площади кристалла. При этом они, как и мощные MOP-транзисторы, обладают одной из важных положительных особенностей. Самовыравниваемые токов в транзисторах при параллельном соединении, благодаря положительному тепловому коэффициенту сопротивлению канала. 600-вольтовый транзистор в корпусе ТО-247 нормирован на токе коллектора 75 и 45 ампер, соответственно при температуре 25 и 100 градусов Цельсия, и токи диода 65 и 25 ампер при тех же температурах. Падение на открытом транзисторе не превышает 2 вольт при токе коллектора 33 ампера. IGBT-транзистор является отличной альтернативой 50-60-амперному MOP-транзистору по критерию качества-цена.